Ну почему-то вот эти люди, они очень веселые. Не знаю, у них такая энергетика жизненная, прям бьет ключом. И что, я веселая? Это да. Но это, мне кажется, по нам и так видно. У этой девушки, у нее вообще нету комплексов ни в чем. Может быть, кто-то там, извините, скажет, вот там форму у девушки. Mm-hmm. Причем она живет с этими формами и счастлива. И очень много мужчин около вас как бы смотрят на вас, любят мужчины. А этот мужчина делает эту женщину счастливой. Не знаю, что-то у меня идет так. Николай действительно все делает для того, чтобы сделать меня счастливой. Ну, у нее просто какая-то вот печаль, прям вот, может быть, даже кто-то, как будто кто-то предал, может, на работе, какая-то вот такая ситуация. Внутренняя, я просто не нашла еще себя. И, наверное, это как бы их, ее и, ну, запутало, может. Очень много серого почему-то вот идет вообще у людей. Хочется им сказать, сходите в кино, то есть устроить романтику, что-то вот немного такое. Встряхнуться. Да, встряхнуть хочется. Уйти от обыденности. Про серость жизни было как-то очень странно услышать, потому что моя жизнь даже перенасыщена какими-либо мероприятиями, походами куда-либо, поездками. Когда она говорила про пару моего мужа и Маши, что вот, говорит, присутствует серость. Я хочу сказать, что у нас с мужем, к сожалению, сейчас, в данный момент, у нас в жизни действительно присутствует серость. Мы редко куда выезжаем, редко куда выходим. Все, засосало мещанское болото. Может быть, она это увидела, что, может быть, мой муж это переживает намного больнее и глубже, чем я. Екатерина сделала свой выбор. Увы, экстрасенс ошиблась. Эти люди даже не знакомы. Оказывается, нелегко быть вершителем судеб. Иногда работаю по ощущениям, не хочется посадить. Иногда бывает, что вот проходит какое-то испытание, я могу сделать что-то, повторить за кем-то. То есть, может быть, вот так. Ну, что-то сбило меня, не знаю даже. Юлиана же сомнений при выборе пар не испытывала. Значит, вот эта девушка, вот этот молодой человек. Они влюблены, и, в общем-то, даже если их надо было рассадить по разным комнатам, по энергетике можно было их найти быстро. А вот этот молодой человек и вот эта девушка. Там, конечно, чувства есть, но там уже чувства, скажем так, поскольку они живут долго, именно бытовые, обдуманные, поэтому это совершенно другая энергетика, и она тоже сразу, в общем-то, шла. У этой девушки я, как бы, к сожалению, никого не вижу. Но здесь как бы по картам идет то, что был какой-то молодой человек относительно недавно. Скорее всего, измена какая-то идет. То есть здесь, в общем-то, не складывается не то, что личной жизни, не складываются именно серьезные отношения. Угу. Проблема идет от родителей. То есть не совсем вообще счастливое будущее идет по женской линии. Его как-то можно изменить? Ну, изменить-то, конечно, все можно, по большому счету. В принципе, вот кольцо идет, но как бы мне оно идет именно на не близкий срок, в общем-то. Но здесь уверенности в себе не хватает еще, конечно. Хочу сказать все быстро, четко, правильно. Ну, не ожидал такого услышать от блондинки. Сошла, как холодом каким-то могильным повеяло, честно говоря. И она как-то резко так чук-чук-чук быстро нас всех рассадила. Вот это мне, конечно, понравилось. Итак, пока только два экстрасенса справились с заданием. Ни коллективная энергия, ни внешняя несхожесть героев их не запутали. И мы пересаживаем наших героев в последний раз. Теперь найти супружеские пары предстоит Сергею. Сейчас посмотрим. Информация, что женат. Осталось выяснить, есть ли жена среди наших участников. Ну да. Замужем. Ну, вот между вами хорошая связь идет. Прям вижу я. Узами браками вы связаны, я думаю. То есть у нас определилась первая пара, да, и просьба считаю, эту пару пересесть. Угу. Ну, если честно, то одиночество чувство такое внутреннее. Жената. Ну, вот здесь, я думаю, что вы все-таки вместе. У нас определилась вторая пара, да? Да,
Я думаю, что это вы. Просьба пару пересесть. И скажите нам, вы согласны со своим выбором? Ну, здесь точно. Вообще интересно, да. Мне складывается ощущение, что наоборот. Вот. Вы хотите девушку поменять с молодым человеком? Нет. На самом деле, когда я осталась там одна на стуле, я про себя посидела, стала сидеть и думать, я замужем, у меня все хорошо. И постоянно вот это повторяла. После этого, когда я первый раз про себя это произнесла, он резко оборачивается, я хочу поменять. Я такая, ничего себе. Но такой комбинацией я, конечно, удивлена. Я слушала голос, но когда рассадился их по местам, то включилась логика, я начал видеть потоки энергии, которые были между двумя девушками и мужчиной. Эти потоки были очень сильны, такой интерес, вот, как будто тянулись друг к другу. Я когда это видел, подумал, что все-таки нет. Наверное, это они вместе. Мы дали ложную информацию. Ложную информацию дали, да. Я тоже так подумал и как бы взглядом нашего увидел. Все-таки, пожалуй, поменяю вас местами, да. Но здесь точно. Но здесь точно. Первое, что идет, это вот ощущение подсознательного такого желания уюта домашнего, тепла. Есть сердце, образ мужчины. Ну, как-то далекий становится, вот отдаляется. Здесь прям вижу любовь, прям сразу любовь. Это флиды, это чувство, которое заполняет в глазах радость. Интересный парень, Сергей, у него, у единственной из всех экстрасенсов, очень расфокусированный взгляд. Кто-нибудь заметил? То есть он как бы смотрит, и такое ощущение, что он слепой. Он видит реально куда-то в пространство, сквозь тебя. Вот я не заметила больше ни у одного из экстрасенсов такого взгляда. Он единственный экстрасенс, который отводил глаза. Он, ну, смотрит как бы на тебя, но куда-то за тебя. Итак, Злата и Юлиана – безусловные фавориты в этом испытании. Злата даже рассказала некоторые подробности биографии героев испытания, чем повергла их в шок. Сергею удалось составить только одну пару. Со второй парой экстрасенс допустил ошибку, потеряв балл. Владимир и Екатерина в данном конкурсе потерпели фиаско. Смотрите в следующей серии. Кто эта хрупкая незнакомка? Чем дорого ей вот это кольцо и какую тайну оно охраняет? Смогут ли экстрасенсы заставить заговорить металл? Я ехала на программу, но не как на хохму, конечно, да, вот, но очень легко, я ехала очень легко. А сейчас я понимаю, что это такое вот испытание где-то было для меня, но оно нужное было, это испытание. И я услышала о себе очень много правды. Спокойствие, только спокойствие. Полицию просим не беспокоиться. Это не ограбление. У экстрасенсов есть только 2 минуты, чтобы вскрыть сейф. Теперь мы из экстрасенсов переводимся в разряд взломщиков. Кому достанется банк? Он беспристрастен, объективен, неумолим. Его лицо по-прежнему скрывает маска. Кому сегодня достанется его метка? И кто из экстрасенсов покинет проект? Приближается финал. Кто станет победителем? Следите за испытаниями. Это программа «Тайна жизни. Черная маска». До встречи через неделю.